Приветствую вас, друзья! Спасибо, что вы со мной. Спасибо вам за поддержку. Вот с давних времен известны магические свойства серебра. Вот серебро часто использовали и используют в магических ритуалах. Оно принято так считать, что защищает от злых духов. Вот при помощи серебра изгоняют из человека болезнь. Я расскажу сейчас о простом ритуале. Как из серебряного украшения сделать настоящий денежный талисман? Вот что для этого нужно? Вот смотрите, выберите какое-то одно украшение. Может быть, у вас там есть несколько серебряных вещей. Там цепочка, браслет, может быть, серьги. Вот выберите что-то одно. И вечером, вот прежде чем ложиться спать, возьмите это украшение и зажмите в ладони левой руки. И произнесите на него такие слова. Вот такой заговор. Заряжайся, серебро, на достаток, на добро. И после этого положите на подоконник. Вот пусть оно там будет всю ночь. Утром возьмите его и прежде чем надеть на себя, еще раз тот же самый заговор произнесите. И вот делая так в течение 10 дней, вы превратите этот предмет, вот это ваше украшение, в настоящий денежный талисман, вот который будет способствовать вашему достатку и который будет привлекать к вам удачу. И еще, друзья, вот есть очень простой, так называемый бабушкин шепоток, который поможет снять любой силы порчу. Вот обязательно посмотрите видео, которое всплыло. Вот там все подробности. Благодарю вас.